Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Юджин Плей, а сегодня мы будем продолжать играть в God of War на ПК. Усаживайтесь поудобней, а мы продолжаем. Кто не видел предыдущую часть, посмотрите. Также на канале вышла финальная часть Inscriptions. Тинибани, если кто еще не видел. И также мы закончили в World West играть Путь Свинолюда. Вот. Следующий путь будет индейца. Это, если я не ошибаюсь и хорошо помню, будет третья глава из пяти. Вот. Ну а пока... Так, пока. А что пока? Не помню я, на чем мы закончили. Ну да ладно. Угу. Вроде же мы все оббежали. Вроде бы все, а вроде бы нет. Да, это мы вроде бы все оббежали. Ну все. Не помню, куда бежать, но. Мы приближаемся к горе. Значит, правильно идем, все. Раз пацан пизданул, значит все правильно. Так. Стой. Я давно не играл. Место! Так, а тут у нас что? А мы же сюда ходили? Не помню, ходили или нет. Ну давайте зайдем. Нет, не ходили сюда мы. Ну, то, что она хотела, не хотела, это уже нам решать. Так, чародейские браслеты. Броня для рук. Давай посмотрим. Так, а что у нас тут? Защита, сила, минус. Не. Пока без них. Так, ни воронов тут больше никого пока нету. А это что такое? Не. Кельтская колючка, вот так, что нам тут пацан говорит. Не разжёшь, и не разжуешь, и не разрубишь. Так, а это что такое? Может, мы найдем что-нибудь полезное? Вернемся? То есть ты говоришь, что я что-то забыл. Я правильно тебя понял, нет? Ты, блядь, сам туда ушел. Ну хуй с ним, пойдемте. Что-то я тут не помню, куда мы шли. И малость уже чуть-чуть запутался. Опять эта колючка. О! Да на так, Тихо. Подожди. Не помню, как ее ребята бить, блядь. Я все позабывал. Вообще управление забыл. Давно. Давно, ребята, не сидел и все. Подожди, этот, скорее всего, ее просто... Ёбаный ворот. Подожди, зря сделал так. Стоп. Есть какой-нибудь здесь? Что-то типа этих...
Ой-ой-ой-ой-ой. Обучалки. Нет, надо бестарии. Бестарии это у нас... Это у нас что такое? Тень? Нет. Вельма. Ага, шельма. Хуй там нахуй. Ладно, будем вспоминать сейчас, что да как делать. Как ее, собственно, убивать. Отец, берегись! Да я ушел, блядь, куда берегись-то? Место! Я не готов! Ну что ж ты так? Твои стрелы! Стреляй давай на. Фу, сука, сдох нахуй. Хули разучился играть, блядь. Давно, ребята, не сидел. Это какой-то, ну, второй раз за всю игру. Угу, да. Да-да-да, где-то второй раз всего. Ну, ничего страшного. Я думаю, все же это сохранилось или опять заново придется? Да. Блять, походу придется заново опять. Вельва. Вот тебе и вельва, блять. Вот. Да, ничего не сохранилось. А, нет. Все сохранилось. Нет, хорошо. Хоть какое-то такое микросохранение, но есть. Так, ну раз зашли. Туда забраться никак не могу, поэтому... Значит, все мы правильно шли. Так, подождите-ка, ну-ка, стоп. Направо мы же... А, ну вот. А это мы... Оп, пол. Да. Все, потратил, ну... А мы знаете, как, ребята, сейчас будем... Собака, блядь. А чё он не использует-то? Во! Гена, блядь. Да что ты делаешь? Да ты просто бей. Пиздец, блядь, затупился у меня на. Нет, ты далеко ушел. И от пацана уже далеко. Где ты там? Ну. Давай, иди сюда. Собака, блядь. Блять, у меня патроны закончены. Берегись, отец! Да нет, 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 рано, рано, рано. Все, я добил, успокойся. Больше, блять, крику было. Копил, копил этот. И что это значит? Так, а нам идти? Сюда идти? Сюда идти? А, тот что за путь тогда был? Подождите-ка. Куда вот мы с ней пошли? Куда, собственно, она завела, даже мы с ней пошли. Вот это что за зеркальце такое? Так просто мы не откроем. Угу. Почему?
А почему? Вот он хуй скажет, потому что надо помучить. Угу. Ну, пойдемте тогда, что ж, пойдемте в эту сторону. Нигде этих, как они, блядь, глаза Одина, может, вороны Одина. На последнем этапе подъема я понесу ее. Я сказал нет. Может быть. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел сейчас с ней больше времени. Сейчас тебя скину нахуй. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Вот именно, помолчи-ка. Лови топорик нахуй. Тише, тише, тише. Не успел, не успел, ну что, всякое бывает. Что скажешь? Научись действовать наверняка. Получил я, что скажу нахуй. Вот уж не буду скрывать. Это что такое? А чё он? Блять, я думал. Ладно, не важно, что я думал. Ну здесь, наверное, бессмысленно падать. Да я, наверное, не упаду. Тихо, тихо. Так, а как мы здесь... А если мы взорвем? Угу. И что мы там добудем? Все-таки... Все-таки можно их взорвать, ребят. Вот так вот. Я думал, что эти... Столбы их никак... Бросок белого медведя. Слабая руническая атака. Так, стремительный рывок вперед к последующим ударам во время рывка. Кратос защищен. Чё за... Хо-хо-хо. А, это мы добавляем. Камень Хель. Это мы просто оглушение. А это будет... Угу. Не, ну тут... Тут хоть атака. Нет. Не хочу пока. Так, а как... Вот это что такое? Не срабатывает. Может, пацан? Ну-ка. Место! Не, пацан вообще нахуй. Так, вроде помогает, а так... Мешается нахуй. Угу. И что? Зачем мы сюда, собственно, пришли? Или что мы тут должны найти? Так его не обязательно убирать-то. О! Красавчик, блядь. Отпусти его! Куда ты нах? Сломаю тебя, блядь, под спичку. Чё ты лезешь-то? Вот-вот. Ты в глаза, блядь, как отпили. Хуя с одного. Сейчас, отец. Сзади. Да это хуйня. Я-то думал там... Чё, серьезно кто-то? Руби. Приготовься. Ну это как в фильме, хули.
Чип-ч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 ип-
Смотри, какой изворотливый, блядь. Сейчас надо вот этого добить, чтобы он не мешался. Берегись, отец! Стреляй, значит, если ты здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, перепутал. А, стоп. Ой, топор пропал. Хуя. И добивочка нах. О, появился. Хуя. Ну все. Все. Отец, береги! Да я-то... Перебудь, ты не переживай нас. Еще два! Низко! Ты чё, отошёл? Я аж по спину, ты чё? Огр? Здесь? Угу. Кто это построил? А чё тебя удивляет? Да, огр и хули. Ну, можно сказать... О! Нашли замерзшее пламя, легендарный предмет. Почему нельзя было предмет написать, не знаю, всего две буквы, но, блядь. Сверхъестественный материал, сочетающий пламенную ярость и ледяную закалку, возникает на местах великих битв. Используется для улучшения топора Левиафана. Подожди, тут что, второй что-то есть? Угу. О, Беркана. Символ истины, редкий предмет чары. Чары... повышающие силу и силу рун на троечку. То ли на 3, то ли на 3 уровень. Вот здесь такой вопрос непонятный малость. Так, подождите, а мы вот эти можем взять? Не можем. Просто у меня такое ощущение, думаю, если я поднесу... А, она и сама открылась, собственно, все. Я думал, поднести хоть взорвать можно. Чародейская накидка. Давай посмотрим. Так, у меня пока... минус. Так это на мне. Нет, мне это не нравится. Чё за штаны там это? Нет. Так, дальний бой или ближний бой? Лук. Не, давай... Давай всё-таки Левиафана чуть-чуть... Серия слабых атак, завершающая одной сильной. Для выполнения правая и левая. Ну, давай. Отличненько. Угу. Так, ну тут вроде бы все. Ну, теперь-то мы откроем же дверь. Ну, конечно. О, горный лагерь. Ну, заебись. Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. А назад мы можем выйти? Да, конечно. Да подожди ты, не беги. А как колючку-то, интересно? Ее же можно как-то или нельзя?
Не, подожди, подожди, а если я... Да не, вот... Я имел в виду вот так. Не. Видать и правда ее не разрубишь, но... В любом случае, все-таки я думаю, что ее когда-нибудь доразрубим. А знает ли Синдри, что его небодвиг запутался в корнях? Вряд ли. Прикольно. Он заставит его работать? Мне все равно. Бля, какой он грубый пиздец. Не, а вот там вот горит точечка, вон она. Это подойти и Е нажать. Точно. Ну, пока мы не можем. Здесь что? Здесь мы можем только упасть. Ну так, якобы. Пойдемте пока по основной, раз никаких ответвлений нету, то просто идем, молча это идем. Дым? Раз, ребята, блин, раз есть вот этот спуск канатный, значит, мы оттуда, наверное, всего спустимся. Это еще что за хуйня такая? Ну-ка, сказаника. Отойди, сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Угу. Ну вот. Ведьму бы сюда. Она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна. И обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Так ты пришла попросил. Помочь вам добраться до места. Ну? Предупредить не могла. Закрутилась. Друга спасала, как вы помните. Спасла? Черное дыхание — это искаженная магия. Даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Пиздец как. Важнее всего. Вот-вот. Идем со мной. Пошли. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила. А может, просто он тебе приглянулся, но... Или вы мне просто нравитесь. Во-во, я про это и говорю. Вы чуть не убили твоего друга. Угу. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Блин, только вот ходит бубнит и бубнит. Все не то, то не нравится, то не это. Мы идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Хм. Или надолго, нахуй. Да. А вот это пока остается загадкой. Надолго ли она? Я не знаю. Видео я не смотрел. По прохождению. Используем это. Угу. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гному подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? А чё я не могу идти? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Тише, тише. Просто поверни. Понятное дело. Вот. Поехали. Ну, не быстро, конечно, но хоть так. Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор, и грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем. И Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Mm-hmm. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят.
и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Наверное, да. Не верить. Чё, куда пойдем? Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Хм. Никто не понимает. А что-то этот убежал это куда-то. Это мертвый язык. А? Печально. Чё, куда идем? Куда идем-то? Хуя не пойму. А этот что, убежал? Убежал, блядь, нет никого. Да. Зачем мы возвращаемся назад? Я пока... Где пацан-то, блядь? Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты? Хм. Сейчас да покажу. Ты чё? Сейчас она нахуй. Ты же ведьма. По огню прошел, блядь. Ты смотришь? Лиоста! Ого! Он твердый! Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Дай тетиву эту нам. Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Хм. Прикольно так-то. Мне такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так, мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я бывает. Понял. Эти руны из Музбельхейма и Огненного мира. Дети там на место. Даже Ажаран. А, это она прочитала так? Ну, это мы же уже открывали все. Язык Нифльхейма. Ну? Дурное место. Сплошь лёд и туман. И злые насмешники гномы. Ну, давай, давай. Открою воротики вам. Выходите, нахуй. А, ну мы, собственно, опять вернулись к лодке. Давно я сюда не возвращался, ребята. Прошел, наверное. Тур построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров, прекращая вражду между ними. Прошел, наверное, месяц или полтора, как я включал эту игру. Восставших жертвецов и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Да. Ну-ка беги отсюда, лети точнее. Чё тебе еще надо? Опять в лодку. Чё? Внизу лестница? Ну давай. На, ну вот она, собственно, ну. Ждите здесь, а я разбужу свет. Лиоста. Получилось. А что мы делаем? Бежим. Видим поломанное. Сперва подними эту ось. Какую? А. Тут и так понятно, какую, собственно. Хорошо. Задвинь ее на место. Как поезд сейчас починит, да и все на рельсы. О! Все. Теперь толкай мост по колее. Или назад. Подожди, подожди, подожди. А, ну во, пошел, пошел. Хуя. Ого, ты правда сильный. Ну а то хули. Батя подкачался нахуй. Куда крутим-то? Магия ванов может воскрешать. Да, ваны это умели. Сейчас магия не кричит.
Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественный сил. Это все, что я знаю наверняка. Все, упёкся. Отлично! Поднимайся! Мы готовы! Ну, вызывай свой свет этот. А, ты его не убрала? Ну, все. Впечатляет. Ну, вообще охуительно. Я не сорвал спину. Вот, блядь, заботятся о нем, а он как собака опять там. Кто строил храм Кура? Великаны или эльфы? Все расы занимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше мы будем прождать. Заходи. Тут уже ни продавца, никого нету. Лёс! Тебя уже не сияет. Её магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всё до конца. Угу. Всё, что ли? Больше помощи не будет. Дай мне лук. Как получите свет Альфа и Ерма? Дай его силы не забрать. Вот так вот. Подарочек получил, молодец. Выплакал. Разве не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я выявлял им игры. Почему? Боги меня не жалуют. Ну ладно. Спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет приврёзла. Да. Комната перехода. И на этом, ребята, мы, наверное, будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Поставьте лайк, дизлайк, напишите комментарий, если хотите. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Пока.